Всем привет! Сегодня такое базовое видео о том, как же скачивать логи в прошивках ArduPilot, ArduPlane и ArduCopter. Пожалуй, все контроллеры, которые поддерживают ArduPilot, имеют слот для подключения SD-карточки. Вот он на картинке показан. Бывает вот такой, бывает полноценный microSD-слот с фиксацией на защелках. Использовать рекомендуется какую-то брендовую карточку, например, Samsung, объемом 16-32 гигабайта, выше крыши. Можно даже 8, если найдете. Но я сомневаюсь, что найдете. Поэтому минимум 16. Вставляем ее в полетный контроллер. Обязательно, чтобы логи писались туда. Летаем. И потом, после приземления, подключаем к компьютеру. Есть некоторая особенность с некоторыми контроллерами. Например, вот F405 Wing Nano. Чтобы подключиться к флешке, к его, нужно сначала подать питание на полетный контроллер от батарейки. А только потом уже подключать к компьютеру. Потому что иначе флешка не питается, и подключиться к ней невозможно. А вот, допустим, F405 VSE, либо Wing, либо другие матековские контроллеры, их подключать к питанию не нужно. Они работают от USB. Вот такие вот нюансы имеются. Далее я запускаю Mission Blender, выбираю порт, к которому подключен полетный контроллер, нажимаю Connect, жду, когда прогрузятся параметры. Далее иду Data Flash Logs и нажимаю Download Data Flash Log via Mavlink. Открывается список лог файлов. Если имеется GPS и имеется фикс GPS в момент начала полета, то фиксируется дата запуска самолета, дата и время. И выбираю лог, который хочу скачать, допустим, вот этот. И нажимаю Download Selected Logs. И лог скачивается. Можно, конечно, их качать, логи, и через Bluetooth, и через Wi-Fi, но это более медленно происходит. Через USB все-таки быстрее и стабильнее. Второй вариант скачивания логов – это через Config Mav FTP. И открывается содержимое флешки. То есть вот он, допустим, тот же самый лог. И нажимаю Download Burst. Качается. Ну, по сути, то же самое, что и Download via Mavlink, скорее всего. Вот таких два способа существует для скачивания логов с прошивки ArduPilot, ArduPlane, ArduCopter для дальнейшего их анализа в Mission Planner программе, либо в программе APM Planner. Надеюсь, кому-то это видео будет полезно. Тем, кто не знает, как логи скачиваются. Ну а про то, как логи анализируются, я уже снимал видео. Предлагаю посмотреть этот плейлист. Если видео было полезно, ставь лайк, подписывайся на канал. Пока-пока.